Привет, друзья, в этом видео я собрал всю свою коллекцию орхидей, которые у меня посажены в ваз. И сейчас мы подробно рассмотрим, как они себя ощущают, чувствуют и хорошо ли им. Самая первая орхидея, которую я посадил, это вот эти орхидеи. Это даже моя из самых любимых композиций, это вот эта орхидея. Почему? Потому что здесь такие есть большие, то есть желтенькие цветочки, очень красивенькие. И на второй стороне такая густая композиция, тоже так как на сакуре, знаете, растут такие цветы. Вот это мне очень нравится, и он такой компактный, его не надо часто поливать, и очень красиво смотрится. Я садил еще в январе, и она около уже 3 месяцев у меня живет в этой вазе и хорошо себя ощущает. То я сажал плюс-минус в такой же срок, то есть она выглядит тоже такая красивенькая, компактненькая такая композиция. Видите, очень хорошо держит цветы, она стала 3 цветка и уже держится 3 месяца, это очень хорошо на самом деле. Следующая была у меня посажена вот эта здесь. Получается 2 орхидеи, вот, это первая, идет 2, и вторая 2, это абсолютно идентичные орхидеи, но очень красиво выглядит, мне очень эта композиция тоже нравится, она хоть такая и большая, но красивая очень. Еще по очереди я посадил вот эту густую, она мне тоже довольно нравится, это одна такая большая орхидея, и ваза, видите, она очень такая красивая, компактная, прям под эту орхидею. Правда, первая орхидея, которая после пересадки в цветущем состоянии, она отбросила половину своих цветов. Но я не расстраиваюсь, я надеюсь, что она адаптируется со временем, и все у нее будет хорошо к лету. А, друзья, следующий у нас идет по очереди флорариум. Орхидею, которую я посадил в пробковую кору, я ее решил пересадить обратно, потому что она не получала достаточно влаги. Да, это было красиво, круто, но я ее решил посадить вниз, вот этим двум белым орхидеям, потому что это слишком небезопасно для орхидеи. Кругер листьев, он становился таким обезвоженным, всю кожу волоса, а вот белая, она себя хорошо очень ощущала, я решил пересадить тоже ее вниз, чтобы она не умерла. У меня вообще тут в основном все мини. Вот эти две, это миди получается, а все остальное это у нас мини, и вот это у нас большая получается орхидея. Это стандарт, вот мы его сейчас рассмотрим. Я его тоже посадил довольно недавно, где-то 2 недели назад или неделю назад. Вот. И последняя посадка, которая у меня была, это была у меня вот эта посадочка. Вот, вы можете ее рассмотреть. Зелененькая, такая красивая. Ну, это просто так, чтобы куда-то в уголочек поставить, чтобы оно красивенько смотрелось. И вот такая вот тоже посадка. Это очень большая посадка. Получается здесь 3 орхидеи мини, фиолетовая такая красивая, желтая и красная тоже такая. Очень было ее трудно на самом деле садить, я сначала думал, что только посажу вот эти 2, но потом здесь осталось еще очень большой промежуток места, я досадил вот эту, и получилась такая очень красивая посадка. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу моей коллекции, мне очень будет интересно почитать, оценить ее от 1 до 10. Всем пока!